мое женское любопытство ночью завело меня черти куда. И тут я встретила мужчину. Я сейчас вам его покажу. Посмотрите. Что это за чудо? Я вообще здесь не была никогда. Нет, вру, когда-то проезжала. Но вот именно сегодня ночью я сюда дошла пешком, чтобы показать, какие у нас бывают места в Тольятти. И не только в центре города, где красота. Я, правда, не знаю, можно эти объекты снимать или нет. Но вам я покажу. О, вот это мороз у нас. Ура, я вышла к людям. Эту блондинку вообще никуда нельзя отпускать. Вернулась к весне. Все, пуишенька замерз и залез на маму. И смотрит на машинки. Пуишенька.